Фистинг в радость, Симон в сладость, блядь. Вопрос из чата. Олежа, друг, расскажи, в чем секрет успеха в жизни? Секрет, конечно же, в крепких мужских взаимоотношениях. Потому что чем ближе ты общаешься с мужчинами, и если у вас есть взаимопонимание, то успех не заставит тебя долго ждать. Вот, себя долго ждать. Поэтому вот тебе мои слова, так сказать, ответ на твой вопрос. Бля, я не могу выбрать героя для первой игры. Нужно что-то взять, что-то такое, чтобы чисто попшикать. Кто у нас пшикает? Бристлбэк. О, Бристлбэк пшикает. Возьмем Бристлбэка. Ну, типа, особо мы не боимся, то, что он нас вот это пихает нам. Это все ерунда. Развели его еще на одну шрапнель. То есть, по сути, уже минус 2 на ровном месте. То есть, это шрапнели первого уровня, а это значит, что они практически не дамажат. Я бы на снайпере не кидал бы шрапнель первого уровня, но я бы не стал так спамить. Он боится меня, что ли? Я не понимаю. Правильно делает. Розовая майка, голубые стринги. Так что сила Олежа на гей-вечеринке. Пески в руки похватал, гачи в уши и погнал. Да, блять, это пиздец. Boy next door. Дебил, я не пойду за этой руной, блядь, и ебало разобью сейчас. Ха-ха! Шляпа старая, блядь! Высоси ногу! Решил он руну разбить мне. Где мои бабки? Почему мне так мало денег дали за дуру эту? Хоп, эй! Иди сюда, блядь! И шо, блядь? И шо, и шо, и шо, блядь, нюхай спину мою, блядь. А теперь иди сюда, будешь сейчас нюхать другое. И шо, и шо, и шо. Шо по фарму, вафел? Просто отлично. А, ты подсос, подсосович. Ну ничего, блядь. Давай, давай, в спину меня бей, главное. Сапогом ты, не? Все, идите, развел на шрапнель, развел на варды. То есть знаем, что тут варды стоят. А вот все думают, почему твое очко свистит? Этой ночью тебя очень жестко трансмутер свистит. Ты боишься соседей, будто бы власти, но за стенкой не бабка, а дунгион мастер, ты стонешь ви-ви. Вот уже пошел протест, ты немного потерпи, fucking finger in your ass. Что, блять, я сейчас... Бля, я нихуя не понимаю, донатеров, что вы такое, пацаны? Бля, почему он не умирает? Блять, ну, сука, это ж кто-то слушает на серьезных щах. Лучше уже фейса, блять, поставьте нахуй. Ну и что это за голосовуха будет сейчас, как вы думаете? Я изображаю не зря чего, если у нее есть помять чего. Ой, блять, Илюха, Андрюха, спасибо, пацаны, за донаты. Не аферист на лайнсере, не умеет обманывать. Вот я бы наебал. Ха-ха-ха! Съебаться он хотел, гном ебаный. Куда ты, блядь, собрался, быдло? Это Бристлбэк, алло, блядь. Вафли вы дырявые. Вангард и худ это сила, конечно. Так, Андрюха, что-то новенькое или как обычно? Серьезно? Блядь, да как ему отдать это яблоко ебаное?
Вы серьезно меня убить хотите, Вафли? Вы серьезно, блядь, это делаете сейчас? Скажите или нет? Они серьезно, прикиньте. Они серьезно меня убить хотят. В спину. Вы что, ебанулись там? Гачимены чаты нужны просмотры на гачик и дела. И зачем его усыплять? Ха, он решил драться. Не того фокусе. Фух, так. Нормально, не. Лансер проблема в том, что он не дает мне шикать. Он, сука, выжигает мне всю ману. Блядь, где вы находите эти треки, ебать? Откуда они берутся каждый день, столько новых? Так, Шива есть, погнали пиздиться. We lost. Может быть, а почему нет? Олежа, мой маленький усатый мальчик. Хочу кончить тебе на усики, пока ты будешь облизывать мои волосатые и потные яйца. Что за хуйня? И массировать мне анус, фингер. In my mouth. Что, ебанутые совсем уже, блядь? Жировой Олег, у меня 4 часа утра на сип, ну пацаны, не болейте. Отдохни, говно, послушай норм музыку. Это пизда вообще какая-то. Блять, какие же вы ненормальные, это пиздец. Болезнь прогрессирует. У ДК и у снайпера есть Shadow Blade, но сильверы они не хотят почему-то делать. Или какая-нибудь суперуна им нужна. Он в инвиз уйдет, типа, ну, они неуязвимые. Снайпера убивать надо, пацаны. Дуга, сычка. Не хватило, сука, сильвера. О, не сильвера, а Ахтарина. 200 золота. Еще не хватило вивера в команде. Но... Need focus sniper, guys. Это что значит? Can you завалить ебало and слушать папочку? Окей? Okay? Папочка вытащит тебе гейм. If you suck my dick. Окей, okay, understand, my friend. Good jobs. О, буржуйская семья попалась. Пизда. Guys, need focus sniper. О, буржуй ноет. It's over, Russian! It's over, 13-1, бегаю, ебу всю карту, 4 тиммейта, АФК всю игру, блядь. Сука, буржуйские глупцы. Го-го-го-го. Нытик ебаный, блядь, что я могу сказать? Кого там настоящий, блядь? Блядь, а можно кто-то поможет? Good job! Хиллоу! Я там такой несчастный, блядь. Я там так все, такая жизнь. Ты, блядь, живешь нахуй. Во-первых, в 21 веке. Ты, сука, блядь, туда бы попал. 40-е-то годы на этот пиздец. Ты бы там, сука, быстро, либо бы понял, почем фунт изюма и как хорошо жить. И как хорошо каждый день очередной. Блять, какая пизда происходит? Это просто охуеть можно. Троне, троне, гайс. Ве, кен, троне, троне, гайс. А как тут ставить мужскую музыку? Да никак ее нельзя ставить. Троне, троне, гайс, троне. Виви пауэр, блять. Good jobs, блять. Да иди нахуй, вытяни свою мать, блять. Good jobs. Черт ебаный, я пошел хавать, блять. Охуенный хавчик. Петушки ебаные выси. Блять, какие вы больные, пацаны. Что сегодня за день? Сегодня вторник, блять. По-моему, вообще нельзя делать такого, чтобы я день не стримил. Потому что такое ощущение, когда день не стримишь, у вас крыша, блять, едет, а вы потом на следующий стрим
приходите вообще в неадеквате. Это реально пиздец какой-то. Что вы в голосовые отправляете?